Смотрите, ребят, меня привезли в деревню показать вот покупку новую. Тут парень купил землю, чернозем еще. Вот видите, какой чернозем здесь. Смотрите, черная земля. И здесь растет все. Вот что здесь только не растет вообще. Мы шли просто по огурцам. Они тут семена бросили, забыли. Выросли огурцы уже огромные. Мы тут сейчас хряпали огурцы. Вот там построен домик. Никто не живет. С очень красивым вью. Сейчас покажу. Там, наверное, плохо видно. Такой очень классный вид. Если смотреть на вот там с пригорка, вот с того места, где стоит вот этот вот дом, здесь очень-очень красивый вид на вот эту вот гору. А там наверху горы стоит мандир. Храм, как кому-то посвященный. Не знаю, очень известное место. Ну, деревня, ребята, очень классно. Пахнет вкусно. Все органическая еда, они тут планируют выращивать органическую еду, приглашать сюда городских ребят, чтобы они тут поели органической еды. Кто хочет на сеновале поваляться, приезжайте. Сено навалом. Ребят, честно сказать, если бы не пальмы, все это напоминает вот Донецкую область, Украину, Восточную Украину. С бесконечными такими реками маленькими, черной землей, вот этими холмами, которые бывают иногда то терриконами, то просто какими-то такими горами. Так, ребят, меня позвали в гости попить чай в обычный деревенский дом. Видите, как выглядят обычные, самые простые деревенские дома. И вот бабулечка в окошке, как обычно. This is old time people used to... Очень глубокий колодец, ребята, но им не пользуются сейчас, потому что государство провело везде воду. Ребят, хочу вам показать, как делаются вот мазанки в Индии. Вот это вот из сена, которое принадлежит сои, смешивается с глиной и делается, смотрите, вот такой ширины, смотрите, вот такой вот ширины стены. Абсолютно тепло и вечером, и не прохладно. Вот у нас только здесь еще известью белой красят, а здесь не красят, здесь просто вот замазывают до... И пол из этого же сделан. Смотрите. Все. Деревянные потолки. Да. Все органическое. Органик. Прекрасно. Оп, и вью из окошечка. Где ты, мой суженый? И, конечно же, чай из настоящего органического местного молока. Жирное и вкусное. Вам кухню, на которой нам приготовили вот такой вот замечательный чай. Смотрите, готовится еда по заветам на настоящем коровьем навозе и на дереве. Чистенько, красивенько, вот. И все это органически. Organic food. Yes, organic food. Organic food only. Ребята, я вернулся прямо к обеду, к ужину. Посмотрите, вот эта вот еда, которую я вам сегодня показывал, да, это наш колобок. Все то, что дед просил бабушку приготовить, говорит, сделай там из муки мне колобок. Вот он, колобок такой, обычное тесто из обычной муки. Вот, оно, кстати, к вечеру еще даже вкуснее. И с далом вместе очень и очень вкусно. Я как бы мне хотелось, ребят, чтобы так же вкусненько ели, как перч.
Ом нам чего? Ом нам чего?